Всем привет! Меня зовут Вероника Коняхина, и я очень рада вас приветствовать, потому что сегодня я поделюсь своими впечатлениями, отзывом на новую серию по уходу за лицом Velosophy. Вот такие вот продукты у меня есть, не вся линейка еще, но тем не менее, даже на 4 продукта есть что сказать, рассказать и что стоит, конечно же, добавить свой уход за лицом. Для начала хочу вообще рассказать, что это за бренд такой, почему Velosophy вдруг это лицо стало, были же БАДы, были продукты для здоровья, да, так и есть, это так и остается, наши wellness-пэки, наши коктейльчики, различные добавки, витамины, так и есть, но, как мы знаем, всегда система работает тогда, когда она работает в комплексе, да, есть у нас красота снаружи, теперь у нас есть красота, точнее, красота изнутри у нас была, теперь есть еще красота снаружи одноименного бренда, чтобы усилить эффект. И Velosophy – это бренд, как раз который поможет нам бороться со стрессом. То есть это косметика антистресс. Но стресс нас окружает повсюду, абсолютно везде, и кто-то реагирует на стресс мягко и незаметно, да, то есть у него какая-то есть позиция на этот счет, кто-то более подвержен стрессу. И как раз уход за лицом, Velosophy, он обладает таким компонентом интересным, это адаптоген. Адаптогены — это растительные компоненты, которые адаптируются к стрессу и восстанавливают нашу кожу, да, как раз от этого стресса. От стресса у нас портится цвет лица, да, то есть она становится более тусклой, кожа становится неровной, безжизненное иногда такое ощущение, да. А появляются заломы, появляются морщины, усугубляется этот процесс, и очень часто всему виной просто этот стресс. Поэтому косметика антистресс с адаптогенами – это очень классное решение. И если уж говорить, ну какой эффект я получу от этой серии, вот самый первый и, скорее всего, такой яркий акцент этой серии – это более сияющая кожа лица, да, то есть сияет здоровьем изнутри, когда вот такая подсветка не благодаря тому, что вы нанесли крем для лица, а даже когда у вас уже все это впиталось, и вы не наносите какую-то косметику декоративного, все равно будет кожа вот это вот полыхать сиянием кожи изнутри, здоровьем. И плюс к этому, конечно же, если говорить про антивозрастной эффект, в некоторых продуктах Velosophy есть как раз антивозрастные адаптогены, которые еще помогают нашей коже быть более гладкой, без морщинок, да, разглаживание идет. Этот момент есть. Но все остальные продукты, кроме, в общем, сразу скажу, только 2 продукта обладают адаптогенами антивозрастными, это сыворотка и крем. Все остальные продукты обладают обычными адаптогенами, которые подойдут для любого возраста, то есть даже для молодежи, для любого типа кожи, эти тоже подходят для всех типов кожи, и, соответственно, даже для чувствительной кожи, и для мужчин, и для женщин, что тоже хочу подчеркнуть. В общем, все сказала, что хотела про бренд Velosophy, да, концепцию, поэтому начнем с первого продукта, с которого начинается вообще весь уход. И это, конечно же, очищающее средство. Буду подсматривать информацию про адаптогены, но чтобы ничего там не напутать. Итак, адаптоген в очищающем средстве. Идет это экстракт гинго билоба, он снижает уровень окислительного стресса, удержит влагу в коже, содержит флавоноиды и терпеноиды. Это активные вещества, которые успокаивают кожу. Кроме того, что здесь есть адаптогены, в этих продуктах, в каждом продукте есть еще эфирные масла. Причем эти эфирные масла в каждом продукте свои. Например, здесь экстракт ромашки. Ну, все мы знаем, да, что ромашка – это такой приятный аромат, который нас расслабляет, балансирует наши эмоции, немножко даже успокаивает, можно сказать. Но это очень приятно. Я обожаю ромашку, когда я только открыла этот продукт, я почувствовала эту ромашку, я не читала, что там ромашка состоит, думаю, обалдеть, как круто. Что представляет собой вот этот гель для умывания? Во-первых, небольшой формат, 95 мл, но зато с дозатором, это плюс. Следующее, он обладает такой прозрачной, немножко гель жидковатый, ну, не прям жидкий, да, но вот он прозрачный, если что. Не сильно пенится, не буду много выдавливать. Вот, он не сильно пенится, но как рекомендовано использовать все эти продукты? Когда вы наносите, сначала вдыхаете вот этот аромат потрясающий, например, ромашки в данном случае, а потом уже на кожу, да, то есть вы наносите, добавляете водички, ну, легкая пена будет, но сказать, что это прям продукт, который пенится, нет, это не так. После этого очищения вы смываете гель водой и наносите либо тонер мист,
либо тоник. То есть как раз вот в этой серии есть тонер, мист. Точнее, не тонер, а мист, да, он называется. Что в нем хорошего, что в нем не очень хорошего? Он обладает эфирными маслами, которые идут на день, как бы бодрящий, там лимон входит в состав, поэтому вечером такой тонер, конечно, не стоит использовать, мист. Поэтому моя рекомендация, купите какой-нибудь тоник типа Optimals, Love Nature, чтобы у вас он всегда был. Можете ему утром и вечером пользоваться, можете только вечером, а днем, например, как раз вот этот мист добавлять с лимоном, потому что, ну, вечером как-то я не представляю, зачем лимон, зачем себя бодрить, вот. Но вообще продукт тоже классный, потому что тонеры и мисты у нас интересные. Но тоник нужен обязательно в любом... так сказать, очищение, потому что если мы используем очищающее средство без тоника, мы недоочищаем кожу, мы не подготавливаем кожу к нанесению кремов, сывороток и так далее, потому что без тоника они остаются на, как будто на поверхности кожи и не работают в ту силу, в том ключе, как нам хочется, как нам там говорили, что у нас там морщина потом разгладится, еще что-то изменится, а так как продукт остается на поверхности, он не работает на эти проблемы. Поэтому без тоника, конечно, уход неполноценный. Единственный продукт в Oriflame, который не требует после себя тоника, это Novage гель, который идет как два в одном, да, вот в этих наборах, там да. Во всех остальных случаях тоник обязателен, и в этом случае тоже да, он нужен. Я специально съездила в Москву, задала этот вопрос лично, и мне сказали, тоник нужен после него. Так что нет, это не два в одном, и это не тот случай. Следующий, конечно же, это крем был бы для глаз, но я его еще не пробовала, поэтому мы переходим к дополнительному ходу, это вот такая чудесная маска. На самом деле, это, наверное, самый интересный продукт по отзывам, потому что я читала отзывы, думала, ну неужели он настолько крутой, этот продукт. Я смотрела вебинар с экспертом, она тоже сказала, что у нас вроде как скоро уйдет, я так поняла, пилинг Novage, вот этот белый тюбик 100 мл, и вот это прекрасная альтернатива, очень крутая. Я думаю, ну окей, буду хотя бы знать, что пилинга не будет, хотя пилинг я наш обожаю, вот этот новейджерский, но могу сказать, альтернатива очень хорошая. Это продукт, который содержит из адаптогенов, это экстракт семян сены, и как раз этот экстракт позволяет сразу же, ну, он борется с такой проблемой, как обезвоженность кожи, да, то есть тонизирование, максимальное увлажнение, ну, и плюс он мягко отшелушивает кожу и восстанавливает сияние. Кожа как с картинки, на самом деле это так, потому что я когда попробовала эту маску, я действительно не ожидала такого эффекта, но кожа сияет настолько, как будто бы нанесла витамин С, вот если сравнивать, да, как будто что-то вот около того. Что нужно знать про эту маску, как правильно использовать? Во-первых, у нее очень интересная такая текстура, немножко, я бы сказала, мусовская, в общем, как мусс, она не прям гелевая, она, когда получите свой флакончик, вы поймете, потому что, ну, по видео это не совсем передается, эта текстура, а также вы сначала можете вдыхать этот аромат, здесь лимон идет, то есть он бодрящий аромат уже. То есть вечером, ну, так себе делать эту маску, лучше с утра, хотя она отшелушивающая, лучше где-то ближе к вечеру все-таки. И правильное нанесение этой маски. А то я первый раз делала маску, не совсем бы хороший результат, но в том плане, что 50 на 50, эффект вроде есть, а вроде и нет. Не тот, который я хотела. Потом я читаю, как правильно наносить маску, и понимаю, что надо наносить ее массажными, такими как бы втирающими движениями, как будто скрабим кожу, знаете. Эта маска хоть, тут нет никаких вот этих скрабирующих частичек, но вот нужно вот так ее наносить, оставлять на 15 минут, кайфовать, а потом смывать. Но эффект-то потрясный, и вот мне кажется, он держится где-то 5-7 дней, то есть кожа действительно очищается от всех ороговевших клеточек, она действительно наполняется сиянием, это сияние не перебивает ни один крем, ни одно тональное средство, даже матовое, кожа будет сиять и будет подсвечена, то есть это очень крутой продукт, и да, это классная альтернатива пилинга, могу сказать так. 75 мл идет, поэтому неплохой, ну, такой стандарт для маски, хотя у нас и 50 есть, и 30 есть, ну, в общем, допустим, это стандарт. Так что маску один раз в неделю прям рекомендую, используйте, кайфуйте, потому что стоит.
очень даже стоит. Следующий продукт это сыворотка. Что из необычного? Сыворотка 50 мл. Такое впервые у нас сыворотки по 30 мл в Oriflame. Так что здесь уже, можно сказать, ну это плюс, на дольше хватит. По текстуре. Очень приятная гелевая текстура, вот такая легенькая-легенькая просто, с эфирными маслами герани, лимона и мяты, для того, чтобы сбалансировать, у меня целая рука уже всяких ароматов приятных, сбалансировать наши эмоции, чувства в течение и утра, и вечера, да? То есть утром и вечером мы эту сыворотку наносим, быстро впитывается, просто молниеносно. Вот, главное, вот это нажатие не делайте вот до конца, а то у вас будет столько сыворотки, и вот эта сыворотка закончится просто у вас за неделю. Вот, поэтому выдавливайте небольшое количество, как обычно вы используете сыворотку, разогреваете, вдыхаете и на кожу. Быстро впитывается моментально, просто ее уже нету. Вот, кожа сияет, гладкая вот такая вот. Что из адаптогенов идет в сыворотке? Из адаптогенов у нас идет листья галангала, это удерживающий влагу адаптоген, плюс он как раз разглаживает мелкие морщинки и делает кожу упругой. А экстракт ягод лимонника это антивозрастной адаптоген, который есть здесь и здесь. Он поддерживает эластичность кожи и укрепляет кожный барьер. Вот, так что... Да, от морщинок работает сыворотка. Плюс, что еще сказать, ниацинамид здесь есть. Я обожаю ниацинамид и все продукты, которые содержат его в своем составе. Я люблю, я покупаю и использую, потому что это очень крутой компонент, который подходит, во-первых, всем типам кожи и возрастам, и он нужен на самом деле всем типам кожи и возрастам. Он разглаживает морщинки, предотвращает их появление. Также борется с воспалениями. Также является профилактикой пигментации, влияет на уровень увлажненности кожи и на сияние. Все это делает ниацинамид, поэтому это классный компонент, который сюда добавили, так сказать, усилили. Ну и, конечно же, еще один продукт это кремчик. Кремчик идет без SPF. Что это значит? Что крем можно использовать и как дневной, и как ночной, но утром нужно наносить SPF. Обязательно либо крем дополнительный, либо тональную основу, чтобы содержал SPF. Кремчик очень приятный, легкой текстуры, который очень быстро впитывается. Также идет с эфирными маслами мяты, герани и лимона, которые будут балансировать ваши эмоции. Ой, действительно, очень приятно. Что идет по составу? Здесь есть, как я уже сказала, антивозрастной адаптоген, это ягоды лимонника, да, укрепляют барьер кожи. И также здесь входит в состав ашваганда. Экстракт ашваганды – это восстанавливающий адаптоген, он ускоряет обновление клеток и также обладает антиоксидантным и успокаивающим действием. Так что вот такой кремчик можно тоже иметь в своем ассортименте. Он очень легкий. Он, вот, кстати, вот эти два продукта очень похожи на продукты серии Wound, в том плане, что текстуры прям вот как бы наносишь и прям как по маслу, прям очень гладкая кожа становится, очень ровная, очень сияющая на самом деле. То есть не зря, да, косметика антистресс с адаптогенами, потому что стресс действительно уходит, и вот это сияние, оно потом будет пробиваться сквозь, ну, любую косметику, которую вы наносите декоративную, имею в виду. Вот, ваше нормальное состояние кожи будет, чтобы она сияла и излучала вот это здоровье, потому что все-таки сияющая кожа у нас ассоциируется со здоровой кожей, ну, потому что тусклая – это навряд ли здоровая кожа, да, это явно кожа, которой что-то не хватает. Итак, если подытожить про вот эту серию Velosophy по уходу за лицом, что могу сказать? Обязательно пробуйте. Обязательно пробуйте, кто пьет наши БАДы Velosophy, потому что это будет как бы укрепление такой вот системы, да, красоты снаружи, изнутри, плюс арома масла, которые будут балансировать наши чувства, эмоции.
приводить баланс. Далее, эта серия подойдет тем, кто хочет действительно решить проблему тусклой, уставшей кожи, да, потому что здесь адаптогены, антистрессы, которые позволяют вернуть кожу в исходное нормальное самочувствие, назовем это так. Эту серию я бы рекомендовала всем, кто любит органическую линейку, потому что здесь в составах до 97% органических ингредиентов, и эта серия имеет также сертификат веганского сообщества. Поэтому вот, пожалуйста, биоразлагаемые упаковки, компоненты максимально натуральные, да, чистые, поэтому вы можете их использовать и применять. А также я рекомендовала бы эту серию тем, кто пользуется Vaunt, чтобы попробовать что-то новое, разнообразить или что-то даже в дальнейшем, возможно, добавить в свой уход к Vaunt, потому что действительно Vaunt, можно сказать, она подходит для всех возрастов и типов кожи, вот, ну, как бы... А философия, она чуть-чуть как будто бы уже имеет и больше антивозрастного эффекта, но, как мы уже разобрались с вами, он только в двух компонентах, да, набора, это сыворотка и крем. Все остальные продукты, они подойдут для любого возраста, для любого типа кожи, и вы можете их применять в любое время. Эти продукты можно смешивать между собой, я имею в виду в рамках бренда Oriflame, потому что все продукты в Oriflame, они между собой проверены на совместимость, да, то есть я не рекомендую брать Oriflame-овские уходы и какие-то другие, потому что там на совместимость никто не проверял, как они будут сочетать, как они себя будут там усиливать или какие-то реакции давать на вашей коже, это большой вопрос, поэтому лучше всего уход за лицом, чтобы он был всегда из одного бренда, да, хотя бы косметического. Например, да, у меня есть разные сейчас продукты, я обычно таким винегретом немножко пользуюсь, что-то у меня из Novet, что-то у меня из Optimal, что-то у меня из Velosophy, что-то у меня там из Королевского бархата, может быть, то есть у меня всегда что-то намешано, но мне нравится, я люблю вот это все. Вот, но тем не менее, я знаю, что если я хочу больше усилить уход, надо все-таки перейти на один бренд, вот, попользоваться какое-то даже время, чтобы получить тот эффект, который я хочу. Остальное это поддержание нашей кожи, нашего состояния кожи. Ну и, конечно же, хочу обратить внимание, что работает только комплекс. Недостаточно купить крем и сказать, а где мое сияние? Нет, надо комплексно, если что, ухаживать, да, то есть это первое, второе, третье, четвертое. Нужно именно вот эту систему себе, во-первых, подобрать, ее начать применять, получать результаты, а потом уже, возможно, покупать более дорогостоящие линейки, да, у меня даже есть опыт, когда у клиентов работал уход Love Nature, самый простой, даже на возрастной коже, но так человек стал ухаживать системно, регулярно, стал получать комплимент от своего окружения, что с ее кожей что-то происходит и что-то позитивное в этом плане, да, и даже от Love Nature можно получить эффект, просто если мы говорим про какие-то проблемы, решение конкретных проблем, конечно, это более сильная серия, но если нет привычки ухаживать за кожей именно комплексно, лучше сначала ее развить, а потом уже переходить на какие-то там Velosophy, Vaunty, Novage, Королевские бархаты, а сначала начать с какого-то даже простого, пускай это будет либо Optimals, либо Love Nature, и просто привить привычку ухода. Вот, потому что, ну, один крем, еще раз повторюсь, он не сработает. Зачем вам тратить тогда на это деньги и потом как бы думать, а что я сделала не так? Поэтому пробуйте, я за комплексный подход, за комплексный уход, и, конечно же, получайте позитивные результаты. Для тех, кто еще не в компании Oriflame, но хочет покупать продукцию, я оставляю ссылку, можете переходить, становиться бьюти-партнером компании Oriflame, это новое понятие у нас теперь в компании, это как покупатель, да, клиент напрямую у производителя, вот, но если присоединяетесь именно к моему бьюти-сообществу, у вас будет возможность со мной общаться, получать консультацию по продуктам, подбору и так далее, да, ну и, конечно же, у меня есть еще авторские курсы, которые доступны для тех, кто у меня в сообществе Oriflame моем, да, это курс по уходу за лицом, молодость и красота, где за 3 дня вы получаете просто выжимку очень классной информации, которую я накапливала годами, систематизировала, чтобы, знаете, 1, 2, 3 сказали, и вы поняли, что, зачем и почему главное, потому что я такой человек, я без почему вообще не понимаю. И мне было важно составить что-то такое короткое, классное, работающее,
следующее, да, поэтому такой доступ у вас появляется, это можно будет пройти бесплатно. Также для моих клиентов, которые присоединяются в качестве бьюти-партнеров Oriflame, у меня есть курс по макияжу, где 8 уроков с подробными разборами нескольких техник, которые самые популярные, которые вы сможете овладеть, поймете, во-первых, что это не так все сложно, как кажется, потому что это была моя идея создания курса по макияжу, чтобы люди убрали из своей головы мысль, что макияж — это что-то трудное, это недоступно, это очень тяжело, потому что на самом деле базовый макияж и даже не базовый макияж — это иногда очень просто. Просто вот наши установки, они мешают нам в это даже вникнуть и понять. Вот, и после этого курса вы сможете овладеть несколькими техниками, которые можете совмещать, экспериментировать, как-то вот, да, комбинировать и получать что-то новое, интересное. И всегда в любой момент сможете сделать себе классный, интересный макияж для любого случая. Поэтому вот такой курс у меня тоже есть, присоединяйтесь. Для этого достаточно стать бьюти-партнером, пройти по ссылочке, либо напишите мне, свяжитесь. Кто познакомился уже с брендом Velosophy и уходом за лицом, пишите ваши отзывы, как вам маски, кремчики, что покупали вы, какой эффект получили или не получили, пишите, потому что мы все люди разные, у всех разное, скажем так, восприятие, да, и предпочтение, это очень интересно. Ну, а если видео было полезным, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, и до новых встреч, пока-пока!